В Ангарске состоялось долгожданное открытие бассейна «Ангара». В спортивной школе плаванием занимаются порядка 200 детей. Благодаря госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» внешний вид здания, помещения и большая чаша бассейна изменились до неузнаваемости. Тему продолжат мои коллеги. Капитальный ремонт бассейна «Ангара» стартовал еще в 2022 году. Сегодня сотрудники и посетители спортивного объекта признаются, что от старого здания остались лишь стены. В каждом помещении бассейна проведены отделочные работы, смонтированы электросети, установлено импортное оборудование для наполнения и фильтрации воды. 50 лет в бассейне ремонта не было. Ну, надеюсь, на 50 лет этого ремонта хватит. Сделано качественно, добротно, все поменено. В общем-то, остались одни стены, можно сказать, от старого бассейна. Вот, в общем-то, такая задача, она очень долгожданная была. Конечно, в первую очередь для горожан этот бассейн открылся, потому что спортсмены все-таки нашли возможности где-то проводить тренировки. Ну, будем теперь ждать результатов от наших пловцов. На сегодняшний день в бассейне занимаются порядка 200 пловцов. С юными спортсменами ежедневно работают 6 тренеров. Вадим Скарс преподает плавание почти 10 лет. Совсем недавно он, так же, как и его воспитанники, тренировался в стенах спортивной школы «Ангара». Честно, мир разделился на до и после, потому что что было, что стало, это небо и земля абсолютно. Все готово, все правильно работает, все как положено, стартовые тумбочки, все прекрасно. Дети в восторге. Они когда только зашли первый раз, у них впечатления были о том, что это вообще не наш бассейн. Сделали намного лучше, чем было. Было прям, ну, не очень. Сейчас уже намного лучше. Ну, появилось много разных вещей, которые помогают, ну, лучше узнать твой результат в спорте. Гораздо легче заниматься. Я лично был впечатлен, когда зашел. И все обновили. Я очень был рад, когда увидел это все. Уже 25 января обновленный спортивный объект проведет первые городские соревнования. Заплывы пройдут в нескольких возрастных категориях, где самые младшие – мальчики и девочки 10 и 11 лет, а старшие – юноши и девушки 2004 года рождения. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время.